We are in business. Sir Mahaprabhu. Oh, okay. There's no need. That will be too much, right? Jai. Well, this is a song. I'm
Iskan Samstavakacharya Srila Prabhupada ki Grantaraj Srila Bhagavatam ki Sri Sri Radha Radhanam ki Sri Hidhi Govardhanam ki Sri Chaitanya Mahaprabhu ki Sankirtan Yajna ki Govrindanande all glories to the visible devotees All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gaur Ranga. All glories to Sri Женитьба Кардамы Муни на Девахуте. Текст 13. Я Yes.
Известность и славу там широкую Мананда, честь Чава и Авагья-я из-за пренебрежительного отношения разрушенное. Перевод. Человек, который отвергает, идет к нему в руки, а затем просит милостыню у скупца, теряет душу славу. И люди начинают презирать, уязвляя своим пренебрежением его гордость. Комментарий о божественной милости Сиддханты Свами Силы Прабхупады. В ведическом обществе при заключении брака отец сам предлагал свою дочь достойному жениху. Такой брак считался очень престижным. Юноше не полагалось самому идти к отцу девушки и просить у него ее руки. Считалось, что подобные действия наносят ущерб репутации молодого человека, зная
о том, что Кардам ему не хотел жениться на достойной девушке, своему богу Ману старался убедить отца. Я предлагаю тебе ту жену, о которой ты мечтал. Не отвергай мое предложение, иначе ты, нуждаясь в жене, будешь вынужден искать ее в другом месте, у кого-то другого, кто может обойтись с тобой не столь учтиво. И тогда тебе придется изведать позор унижения. Другая особенность этого эпизода заключается в том, что хотя Своям был императором, он пришел предложить свою добродетельную дочь в жены бедному браману. У Кардама Муни не было ничего. Он жил в лесу, как отшельник. Но при этом он был человеком высокой культуры. Следовательно, предлагая свою дочь кому-либо в жены, необходимо прежде всего учитывать уровень культуры будущего мужа и качества, которыми он обладает, а не его богатство или другие материальные факторы. Человек, который отвергает то, что само идет к нему в руки, а затем просит милостыню с купца, теряет былую славу, и люди начинают презирать, уязвляя своим пренебрежением его гордость. Да, мы продолжаем читать повествование. И повествование ведет нас к браку между Кардамой и Муни и Дхампути. Кардама Муни уже прославил Своям Бхувамана, отца девушки, от него же исходило предложение Кардама Муни. И в тот момент, когда Кардама Своям Бхувамана также прославляет свою очередь Кардама. И Кардама Муни говорит Своям Бхувамана: ты великий царь, твоя роль чрезвычайно важна. Она, вне всяких сомнений, является абсолютно бесценной. Без тебя просто был бы хаос. И он выражает свою признательность таким образом. Затем, или сейчас, Своям Бхувамана отвечает Кардама Муни. И он прославляет Кардама Муни различными способами, прославляет его брахманические достоинства и называет его, где-то это было на последних двух стихах. Здесь
здесь же, Сабу Мане, обращаешься к Кардама Муни как к главному среди браманов. Это Шримад Бхагаватам, в третьей песне, в 22 главе, 15 стихе. То есть это очень высокое положение, на самом деле, быть лидером среди всех браманов, быть главным среди всех браманов. Он называет его «ты лучший среди всех браманов», предлагает ему подобное прославление, подобное почтение, что очень любезно с его стороны. Это культура, присущая ведическому обществу, это ведический этикет. Также подобное поведение укладывается в общепринятый этикет правильных поступков. Но на самом деле Свайамбхува Ману действительно так считал. Ты действительно являешься очень особенной личностью, и общение с тобой для меня является привилегией и честью. И на протяжении последних стихов Свайамбхува Ману выражает свое желание, его желание, он озвучивает свое желание очень просто. Я очень хотел бы, чтобы моя дочь стала твоей женой. Несмотря на то, что Брама пришел просто получить общение, царь, император, предлагают ему принять свою дочь в жены и предлагают взять на себя все сложности по организации мероприятия. И теперь он переходит от выражения признательности, выражения благодарности, выражения своей любви по отношению к браману, после того, как он сказал ему, какой ты замечательный, какой ты лучший среди всех браманов. Теперь он переходит к озвучиванию предложения. Конечно, это спорно, но тем не менее можно сказать о том, что он немного начинает продавливать Кардама Муни, заламывать ему руки за спину, так сказать. Это такие взаимодействия между грехасхами происходят в подобного рода ситуациях. Да, и теперь мы видим, что Свайамбхува Ману находится в другом настроении. Теперь в прославлении он переходит к попытке убедить брамана. Ты должен, ты по-настоящему должен принять мою дочь в жены. Потому что если ты слишком избирательным будешь в этом вопросе, в выборе, в выборе жены из серии, как говорят, ты мне не звони, я тебе сам позвоню, то Свайамбхува Ману объясняет ему, что не стоит пребывать в таком настроении, стоит принять предложение, которое ему озвучено. Свайамбхува Ману, конечно же, он знает. Он в курсе относительно ситуации, сложившейся во Вселенной. И его люди, группа живых существ, а Свайамбхува Ману — это главное живое существо, возглавляющее группу этих живых существ. И вот что он предлагает как глава своей группы этому браману. Он объясняет, что Кардама Муни нуждается в том, чтобы принять в жены такую высококвалифицированную девушку, поэтому давай, принимай ее в жены. И Шрила Прабхупада
обсуждают некоторые точки зрения в этой связи. И вот что мы можем в комментарии подчеркнуть. Первый момент, который озвучивает Шрила Прабхупада в комментарии. Браки устраиваются родителями. Право выбирать себе партию потенциального кандидата, потенциального партнера у самих партнеров, у молодых, нет. Родители рассматривают различные варианты и затем принимают решения. Они принимают во внимание также такие факторы, как культуру, природу человека, качество, квалификацию, наклонности человека, личностные особенности и прочие факторы. И все это очень важные факторы. Интересный момент Шрила Прабхупада представляет, обращает наше внимание, прежде всего, то, что должная процедура в такой ситуации такова. Отец девушки обращается к юноше, в данном случае к юноше, по идее, как бы должен обращаться к родителям юноши. Но в данном случае родители брахмана не являются действующими лицами в данной истории. Потому что его родители недоступны. Как мы уже говорили на ранних лекциях, он занимался медитацией в лесу на протяжении 10 тысяч лет, единолично. И поэтому та часть жизни, которую он провел со своими родителями, она давным-давно подошла к концу. Он оставил дом своих родителей. И поэтому Свайам Бхагаван не имеет возможности обратиться к его родителям напрямую, и как бы он поступил в обычной ситуации. Но Шрила Прабхупада говорит нам здесь комментарий о том, что это правильный подход в решении подобных вопросов. Потому что если родители жениха обнаруживают, что они должны обратиться к родителям невесты, то это не является благоприятным, более того, это неблагоприятно, это неправильный подход. И в долгосрочной перспективе, как Шрила Прабхупада говорит здесь, Свайам Бхагаван, если ты не примешь мою дочь, жены с тобой могут обойтись не столь учтиво, и тебе придется изведать позор унижения в будущем. И в будущем также ты можешь вообще остаться без жены. И в результате чего ты сам начнешь поиски жены, сам начнешь обращаться к родителям предполагаемых кандидатов, а твое уважаемое положение не подразумевает подобного поведения. Это может привести к позору унижения, поскольку муж должен быть главой семейства, по крайней мере, в соответствии с ведическими правилами, даже на сегодняшний день, по крайней мере, в большинстве мест. Это так, как в России муж
является главой семейства, и эти настройки выставлены по умолчанию. И в других культурах это также до сих пор присутствует, до сих пор имеет место быть. Но в результате подобных действий муж может потерять свое авторитетное положение, если он будет сам находиться в поиске своей предполагаемой кандидатки. То есть ему придется обращаться, как сейчас обычно, да, все делают, просят руки дочери у отца, руки девушки у отца дочери, говорят, пожалуйста, окажите мне честь, разрешите взять ее в жены. То есть это не ведический подход. И родители, дочери, как бы и сама девушка оказывается в таком выгодном положении, когда она понимает, что она вправе диктовать условия в дальнейшем, поскольку он же к ней пришел, он попросил ее, и в различных аспектах взаимоотношений такое поведение она себе будет позволять. И поэтому you will have to ask for such a one from someone else who may not behave with you so well. Mm-hmm. In that case, your position will be humble. Не отвергая моего предложения, значит, ты нуждаешься в жене. Нуждаясь в жене, ты будешь вынужден искать ее в другом месте. Говорит Шрила Прабхупада здесь в комментарии. Take advantage because the boy has come came to them in в том же случае, когда юноша приходит и просит руки девушки у родителей, то тогда родители, сама девушка чувствует, что они имеют право диктовать свои условия, а не подчиняться мужу и не выполнять его наставления. Then the girl could always say, "Listen, I didn't ask to marry you." И в тех ситуациях, когда муж будет пытаться действовать с доминирующей позиции, то тогда девушка в таких ситуациях может ответить ему: послушай, не я же пришла к тебе предложение делать. Вот так свою маму вынуждает, он император, что означает, он является политиком, он знает, каким образом проводить переговоры, каким образом устраивать все таким образом, чтобы его положение было защищено, и ему было легко выйти из любых переговоров в выигрышной позиции, остаться при этом в выигрышной позиции. И в комментарии Шрилы Прабхупады далее развивает мысль, что после того, как свадьба состоится, и после того, как Кардама Муни и Дева Кути становятся мужем и женой, это вопрос культуры и качества, а не финансов, не финансового благосостояния. С одной стороны, у нас Свайамбхава Муни, величайший император, царь всего человечества, император всего человечества, Вселенной. Конечно же, много полубогов.
Также существует во Вселенной, которые управляют различными, являются ответственными в разных своих зонах ответственности. Тем не менее, император Свен Булману является царем царей. Его положение с материальной точки зрения более выигрышное, потому что он знает, каким образом оказывать влияние, у него есть последователи. И подобные обстоятельства, подобные факторы могли бы быть преимуществом, скажем так, при рассмотрении выгодной партии для принятия в жены положения отца был бы выигрышным для жениха с точки зрения современной ситуации. А Кардама Муни — это нищий брат, живущий в лесу. И что у него было? У него была только хижина, однокомнатная, в которой он мог укрываться от воздействия стихий. Практически ничего у него не было, можно сказать, если вообще у него что-либо было. Как минимум 10 тысяч лет он пребывал в медитации в лесу. Конечно же, Кардама Муни в этой связи озвучивает, мы должны озвучить момент в этой связи, что у Кардама Муни были присущи очень возвышенные качества, личностные качества, такие как интеллект, знания, священных писаний, и вообще, в принципе, он понимал положение дел в этой жизни. Он прекрасно давал себе в том, что происходит в принципе вокруг него, и Свен Булману изучил полностью материальную ситуацию Кардама Муни. Мы рассказывали историю, которая находится в Чайтанья Чаритамрите, история про Сакши Гопала. Мы не будем озвучивать сейчас все детали этой истории, вы знаете. В этой истории речь идет о старшем брамане, который живет и развивается в человеческом обществе, занимает уважаемое положение старший браман, очень разумный браман, и с материальной точки зрения он также был достаточно обеспеченным человеком. И также речь идет о другом действующем лице, молодом брамане, который был бедным. И старший браман предлагает взять в жены молодому бедному браману. Молодой браман сразу заявляет, что это будет неприемлемо для ваших членов вашей семьи, потому что с материальной точки зрения наше положение очень сильно отличается от вашего. И поэтому члены вашей семьи будут очень же протестовать после заключения подобного брака. Поэтому таково мое решение. Но затем, когда они вернулись с предложением еще раз, пришел старший браман с женой вместе со своим сыном и с другими членами семьи.
они были очень сильно они были слишком сильно расстроены даже, в результате чего разворачивается драматическая сцена. Они приходят к божеству, перед которым этот старший браман дает обещание. Пришлось проделать путь из Вриндауна в Джаганатхапури. Таким образом, культура и качество были приоритеты в тот момент и превалировали над важностью материального благосостояния, что подтверждает и показывает нам личность преданного Свайамбхува Ману. И вот, придя к такому заключению, Свайамбхува Ману пытается настоятельно рекомендовать, вынуждать Кардамуни принять его предложение, таким образом озвучивая свое предложение, чтобы Кардамуни не было возможности отказаться. И факторы, которые принимает во внимание Свайамбхува Ману, не имеют ничего общего с материальным положением Кардамуни. На самом деле все маны считаются инкарнациями Верховной Личности Бога, манвантара-аватары, шесть типов аватар. Они являются теми формами Господа, которые несут с определенными целями. И манвантара-аватары означают ману. И Свайамбхува Ману один из этих ману, первый ману. В любом случае, один из точно. Поэтому это очень возвышенная личность. Но при этом его также можно считать разновидностью формы Господа. Как мы уже сказали в самом начале, мы можем развить мысль дальше относительно этикета, что должно присутствовать, что должно отсутствовать. Предмет этикета очень глубокий. Это не какая-то простая штука, вроде как «будь хорошим, веди себя хорошо, и не будь». Есть очень много факторов, большое количество ситуаций, в которых люди могут оказаться. И этикет является очень уместным. И отец дочери обращается в соответствии с этикетом к отцу юноши, а не наоборот. И важность этого действия объясняется тем, что это было неблагоприятно в этих случаях. Этикет означает стандарты поведения. Не только что плохо, что хорошо. Это важнейшая составляющая всей картины человеческой жизни. Это очень важнейшая составляющая также всего общества преданных. Это очень важно. Правила и предписания. Все это, этикет является частью правил и предписаний. Что означает вайдья садна бхакти.
Пару дней назад мы читали «Нектарин наставлений», стих «Уцаханище Тарьяда Таткарма Праварснат». Сангатяга Судобритэв, Сангир Бхактир. Пранашьяти. Итак, в первую очередь, Уцаха, Ишчарья, энтузиазм, терпение, уверенность. Энтузиазм, уверенность, терпение. И затем Таткарма Праварсана, что, по сути, означает действовать в соответствии с указанием Писания. Действовать правильно, в соответствии со стандартами дхармы, санатны дхармы. И когда Шрила Прабхупада развивает эту тему в комментарии, и в частности идет речь о четвертом пункте из шести, которые являются жизненно необходимыми для достижения успеха в сознании Кришны, когда Прабхупада говорит об этом, о чем он говорит? Он говорит о Вайдисадна Бхакти. И, по сути, он говорит, что это означает, что вы должны следовать регулирующим принципам и перечислять. Не все регулирующие, четыре регулирующих принципа, никакого незаконного секса, никаких азартных игр, никаких интоксикаций. Чуть позже он обращает наше внимание на отрицательных составляющих, которые нужно избегать, и затем обращает наше внимание на положительные составляющие, которым надо следовать, и в первую очередь это воспевание 16 игроков команды каждый день минимум. Шрила Прабхупада акцентирует наше внимание на этом бескомпромиссно. Он говорит, Таткарма Правартана, действовать правильно в соответствии с указаниями и стандартами Священного Писания. И это жизненно необходимо. Потому что есть склонности, тенденции некоторых преданных иногда полагать, что эти правила предписания не так уж и важны. Не, они не являются жизненно важными. Мы можем позволить себе следовать тому, что чему мы хотим следовать, чему мы следуем, и не обязательно следовать всему. И иногда мы в шуточной форме, но в то же время это также очень серьезно озвучиваем, перефразируем мышление подобного человека. Мы иногда ссылаемся на Бхагавад-гиту, где Господь Кришна говорит, чего можно достичь при помощи подавления своих чувств и не делать того, что тебе кажется, что нужно делать? В частности, речь идет о позывах, и позывы эти побуждения необходимо подавлять. Да, то есть в кавычках нужно быть естественным, спонтанным. Иногда мы, когда мы перефразируем мышление подобного человека, в шутку говорим, ну, знаете, что четыре принципа. Я следую трем. Это же 75%. Это неплохой уровень. На любом экзамене 75% это проходной балл. И знаете, что Кришна говорит? Ничего не добьешься, подавляя свои чувства. И это действительно факт, что подобное мышление
имеет место быть. И, по крайней мере, иногда среди преданных это действительно факт. Таким образом, они ищут оправдания своему нежеланию следовать стандартам сознания Кришны. Шрила Прабхупада в том комментарии к третьему стиху «Нектаре наставлений» говорит, что если вы не будете следовать регулирующему принципу, то тогда вы не добьетесь успеха по-настоящему. Никакого успеха в сознании Кришны, и, скорее всего, вы падете, но если не падете, то максимально замедлите свой прогресс, каким он мог бы быть, если бы вы следовали всем регулирующим принципам. Это очень интересный момент в этой связи. Шрила Прабхупада переводит стих в конце. Шадхир Бхакти Пранашити. Не винаш. Винаш, потому что это уничтожать. Просидьяти. Извините, пожалуйста. Надо было сразу обратиться за помощью к Махараджу. И вот это будет Прабхупада. Если ты делаешь все эти вещи, ты добьешься полного успеха в сознании Кришны в преданном служении. Я немного своими словами объясняюсь, но ты добьешься полного успеха в преданном служении. И этот успех обязательно будет, вне всяких сомнений. Очень сложно сказать более сильно, чем это сказал Шрила Прабхупада. Другими словами, реальную разницу можно ощутить, следуя всем регулирующим принципам. В играх Господа Чайтани есть тоже случай, о котором вы, возможно, слышали. Господь Чайтанья жил в Джаганнатхапуре, и Санатана Госвами, пришел и присоединился к нему. Они не жили вместе. Санатана Госвами пришел специально, чтобы получать общение Господа Чайтанья, и жил в течение некоторого времени. Это Вансидхия. Это замечательно описывается, в которой Санатана Госвами пребывает в место обители, в обители Господа Чайтанья. И Господь Чайтанья видит, что стопы Санатана Госвами покрыты волдырями. Это была весна, было очень жарко, и это дает ему понимание того, что Санатана Госвами шел босиком на раскаленной поверхности. Господь Чайтанья спрашивает его, что случилось, и Санатана Госвами объясняет, что он пошел долгим обходным путем вдоль пляжа и по раскаленному песку пришлось ему идти, потому что солнце было высоко, и песок нагрелся, и поэтому мои стопы покрылись волдырями. Господь спросил его, почему ты пошел обходным путем, более долгим путем, почему ты не пошел обычным путем, просто по улицам. Но, идя обычным путем, нужно было пройти мимо главного входа Господа Джаганнатха. И ты мог бы сократить путь. И Санатана Госвами объясняет, смысл в том, что смысл был в том, что тело Санатана Госвами было покрыто
проказы и ран, из ранок сочился гной, гнойники. Весьма неприятное физическое состояние. И Санатана Госвами сказал, что в таком состоянии физического тела я не могу позволить себе пройти перед дверьми главного входа в храм Господа Джаганнатха. И из храма входят и выходят пуджари храма. Сейчас у нас в нашем храме, сколько, 10 пуджари, наверное, да, которые все и готовят, и обслуживают божеств на алтаре. Но в храме Джаганнатхи у них сотни пуджари было. Тысячи. 1200 пуджари, которые выполняли различные виды служения, обслуживали божеств. И для того, чтобы выполнять служение в храме Джаганнатха, необходимо быть пакхой, необходимо быть полностью чистым. Нет, нет, это необходимо, это обязательно. Санатана Госвами говорит Господу Чайтани, для того, что эти пуджари постоянно заходят, выходят по служению из храма, и вот что... Вы знаете, да, как это в Индии бывает? То есть люди, они прямо лицом к лицу иногда сталкиваются с тобой. И получается, что если бы эти пуджари, входя и выходя из храма, наткнулись бы на меня и столкнулись со мной, да, и соприкоснулись бы с этими нечистотами, которые источают тело, а им ведь нужно потом будет зайти в храм и поклоняться божеству, то тогда это будет оскорбление, и это оскорбление будет нанесено Господу из-за меня, по моей вине. И поэтому я не могу допустить этого. И я пошел обходным путем, пошел по пляжу, по раскаленному песку, и вот поэтому мои стопы покрылись волдырями. Господь Чайтанья говорит, ну, Санатана Госвами говорит, что лучше я вот таким образом такой путь проделаю, чем совершу оскорбление. Господь Чайтанья, услышав подобное объяснение от Санатана Госвами, испытал глубокое чувство любви и благодарности Санатана Госвами. И суть вайшнавского этикета — это вайшнавский этикет — это украшение вайшнавы. Вайшнавы находятся на разных уровнях, но вайшнав, украшенный этикетом, он выделяется среди других. И Господь Чайтанья говорит о том, что вайшнавский этикет является украшением. И если преданный не следует этикету, то тогда люди будут высмеивать его. Господь Чайтанья произносит несколько стихов. То есть тот преданный, который не украшен вайшнавским этикетом, это странный преданный, над ним все будут смеяться, и переходим к обсуждению странного мальчика, который приходит просить руки девушки самостоятельно, и
такой мальчик будет находиться у нас в подчиненном положении. То есть будет... It's not just, you know, a momentary thing, but it can remain for many years and affect the life of the family. Что в результате может оказывать влияние на всю семью на протяжении многих лет. И вот Господь Читания обращается к Санатане Госвами таким образом. И говорит...